В Улихабе состоялось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Ребята вместе с сотрудниками повторили основные правила безопасности. Альбина Ламкова продолжит тему. Машины остановились и нас пропускают. Когда вы это увидели, мы начинаем только движение через дорогу. Убедившись в безопасности перехода, инспектор с детьми направилась по другую сторону дороги, еще раз проговаривая правила дорожного движения. И обязательно переходить дорогу нужно спешно. Не спешат только собаки, но и они знают, где отдых будет безопасным. Обученные на дороге им никто не мешает. Конечно, и основные правила безопасного поведения на дороге несложно выполнить. Но тем не менее есть те, кто нарушает их, а за последствия приходится платить. Цена – жизнь. Поэтому тема по изучению профилактики соблюдения правил дорожного движения проводится регулярно. Для того, чтобы дети не забывали о своей безопасности на дороге, на улице, когда они передвигаются по направлению в школу, когда они идут обратно домой, когда они гуляют, катаются на велосипедах. Дети вооружились красками, чтобы закрепить правила пешеходного перехода. Нет, они не рисуют. Это надпись. И, судя по теме мероприятия, важная. Перед пешеходным переходом мы пишем фразу «Снимите наушники», чтобы быть аккуратным и осторожным на дороге. В систематических занятиях с детьми мы обязательно упоминаем эту тему о том, что при переходе проезжей части для того, чтобы переход был безопасным, необходимо убирать сотовые телефоны, снимать наушники, прекращать переписку, звонки с близкими, с друзьями. Затем дети вместе с сотрудниками госавтоинспекции провели профилактическую беседу и с водителями, напоминая им о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов. Детки хотят вам вручить памятки. Спасибо, спасибо вам. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны. Сохрани вашу жизнь. Дети должны быть внимательны, тоже переходить как бы дорогу в положенном месте. И водители, естественно, тоже должны быть внимательны. Лето – самая лучшая пора и каникулы, где дети больше времени проводят на улице, наслаждаясь теплом и солнцем. Однако важно помнить о правилах безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье. Нужно быть внимательным на дороге, чтобы ничего опасного не произошло. Ведь может случиться все, что угодно. Всегда нужно соблюдать правила безопасности. Мы все очень ждем лета. Мои подруги, мои друзья, мои одноклассники. И при этом мы будем ехать отдыхать на море, к родственникам. Отдых будет интересным, но и безопасным. И мы при этом должны соблюдать правила, которые мы учим с родителями и в школе. В летний период много развлечений. Катание на велосипедах, самокатах, роликах не всегда приносят радость. Помимо соблюдения правил, необходимы световозвращающие элементы. Поэтому автоинспекторы вместе с юными помощниками напомнили детям о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток. Они объяснили, что такие элементы делают пешехода заметным для водителя. И это значительно снижает риск аварии. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Хабесский район.